Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня у нас видео распаковка. И распаковывать мы будем мой заказ с интернет-магазина Наос. Заказывала я там в первый раз. Привлекала меня внимание акция. Во-первых, в мой город была бесплатная доставка в Пикпоинт. Во-вторых, можно было провести два промокода на скидку 10%. В общей сложности, которая давала скидку в 20%, плюс в подарок шло 8 миниатюр. Но я уже, видно, припозднилась с заказом, и у меня добавилось только 7 миниатюр, но тоже заказ, я считаю, получился очень хороший. Итак, здесь у нас продукция фирмы Bioderma. Я себе прикупила вот такой вот очищающий гель в объеме 100 миллилитров. Первоначальная его стоимость была 563 рубля. Мне со всеми скидками и промокодами он вышел в 442. Первый промокод то ли за подписку, то ли за первую покупку 10%. Вторую уже вдогонку кинула девушка в группе, что еще один промокод суммируется с первым и дает общую скидку в 20%. Это очищающий мицеллярный гель для деликатного очищения чувствительной кожи лица и контура глаз, увлажняет кожу и успокаивает раздражение. Срок годности у него до августа 2024 года. Я им еще не пользовалась, поэтому с удовольствием попробую. Кстати, восьмая миниатюра, это была как раз миниатюра вот такого очищающего геля для лица. Дальше идет у нас 4 крема, и что мне, знаете, в них понравилось, это то, что на них наклеен русификатор. У меня есть еще в запасах крема от Bioderma в миниатюрах, и я ими не пользовалась, потому что, ну, надо искать информацию в интернете, что он из себя представляет. Здесь вот есть наклейка, где все, в принципе, и написано. Вот такой вот крем, точно такой же у меня в запасах. Сейчас камера на нем сфокусируется. Так, это у нас крем Перфектор, увлажняющий, разглаживающий уход. Для обезвоженной чувствительной кожи разглаживает мелкие морщины, защищает от ультрафиолета, бустер сияния в объеме 5 мл. Теперь у меня получается их 2. Это получается 10 мл. Будем пробовать и пользоваться. Так, следующий крем. Это вот такой вот. Таких у меня в запасе еще 2 с каких-то бьюти-боксов. Вот эти я вам буду показывать, а с этого читать. Итак, это Атодерм. Увлажняет, восстанавливает, успокаивает, защищает. Гипоаллергенно, без отдушки. Средство косметическое для детей и взрослых. Здесь объем 8 мл. У меня получается 3 таких миниатюрки. Хотя, наверное, 2. Вот этот вот какой-то другая миниатюра, но, видимо, что из этой серии. Ладно, поставим вот так. Не хочет стоять. Заодно покажу вам свои запасы от Bioderma. Так, следующий крем. Вот такой вот. Это у нас легкий крем для чувствительной кожи в объеме 5 мл. Такой у меня в единственном экземпляре. Кстати, миниатюры до августа 2024 года. И вот такой вот желтенький с SPF 50+. Это у нас Фотодерм Макс Крем SPF 50. Максимальная фотозащита кожи лица.
И вот такие вот штучки. Во-первых, это мицеллярная вода. Мицеллярная вода. Деликатное очищение и демакияж для чувствительной кожи лица и контура глаз. Здесь объем 10 мл. У меня в использовании стоит вот такая вот миниатюра, и я просто их добавлю друг к другу, потому что серия у них одна и та же. Дальше это лосьон в объеме 10 мл. Себум лосьон, уход для комбинированной и жирной кожи, нормализует, препятствует появлению воспаления, освещает и нелипкая текстура. Объем 10 мл. Так, и следующая миниатюра — это шампунь, тоже в объеме 10 мл. Так. Мягко удаляет загрязнение с волос и кожи головы, не повреждая гидролипидную пленку. И также не раздражает слизистую глаз. Вот такой вот наборчик у нас получился. Это с моими запасиками. Плюс у меня в запасах еще лежит, по-моему, это масло для душа. Вот, в объеме 8 мл. Вот такие вот запасы теперь Биодерма у меня есть вместе с моим заказом. Буду этим всем пользоваться. Ссылку на этот интернет-магазин оставлю я в инфобоксе. И также в инфобоксе будет ссылка на мой канал в Яндекс.Дзен, где будет дублироваться эта информация. Можете перейти по этой ссылке и подписаться, если не хотите, чтобы мы с вами потерялись. Вдруг YouTube заблокирует или он не будет работать. Поэтому можно меня найти еще в Яндекс.Дзен. Вот такой заказ получился. Напомню, стоимость его вышла в 442 рубля плюс бесплатная доставка. Сейчас я посмотрела, никаких акций в магазине не проходят. И данную акцию я сразу не выкладывала по одной причине, что мы заказывали 5 марта, пришло оно мне только на этой неделе. Очень долгая отправка была, честно говоря, я уже думала, что мы заказ не получим. Но информации не было никакой. В последний момент только появилась информация о том, что я могу получить данный заказ. И извинения от сайта, от интернет-магазина о том, что была очень долгая доставка. Извините. Но вот так вот получилось. Хорошо, что получилось. Хорошо, что заказ все-таки пришел. Я думаю, что такая акция, наверное, не последняя. Раз они уже одну проводили, будем ждать, может быть, будет что-то еще подобное, и мы сможем выгодно совершить покупки. На этом у меня все. Всем всего хорошего, до свидания, будьте здоровы!